И вот один склон этой горы, это Гефсиманский сад, и там наш монастырь, Марии Магдалины. А другой склон этой же горы, ближе к Мертвому морю и пустыне, это Вифания. От монастыря до школы 3 километра. И эти 3 километра мы раньше ходили пешком. Ну и на машине это 5 минут. А в какой-то момент нас от Иерусалима отрезали 8-метровой стеной. И у нас получается, монастырь остался на израильской территории, а школа на палестинской территории. Между нами стена, которую нужно объезжать. Дорога до монастыря сейчас 15 километров. И через минимум один чекпоинт, где проверяют документы. Автобус – наша единственная машина. Ну, то есть мы на ней ездим повсюду. И за покупками – это очень удобно, он большой, вместительный, нас много. То есть мы закупаемся большими количествами. И детей к врачу отвезти. Самое главное, что мы ездим в монастырь на службы. Наша единственная верная лошадка, она на последнем издыхании.